Копейчанка попала в аварию на проспекте Комарова. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Авария произошла 3 марта на перекрестке проспекта Комарова и улицы Салютной в Тракторозаводском районе. Сразу же после удара виновник ДТП скрылся с места происшествия. Номер автомобиля свидетелям, к сожалению, не удалось рассмотреть. Водитель Kia Rio просит откликнуться очевидцев этого ДТП. Сообщить информацию можно по телефону 8 922 236 98 29 или звоните к нам в редакцию по телефону 39-56. В соответствии с частью 2 статьи 12.27 Административного кодекса, за оставление места дорожно-транспортного происшествия водителю грозит наказание в виде лишения права управления на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. С начала 2014 года сотрудниками ГИБДД Копейска по данной статье уже привлечено к ответственности 10 водителей. Хочется напомнить о том, как нужно себя вести в случае совершения дорожно-транспортного происшествия. От ДТП не застрахован никто. И в случае, если произошло ДТП, в первую очередь необходимо остановиться, не перемещать автомобиль, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, сообщить в дежурную часть о случившемся ДТП и ожидать приезда сотрудников госавтоинспекции. Если в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие люди, то в этом случае необходимо оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь, в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение. Если нет попутного транспорта, то в крайнем случае можно увезти пострадавшего в больницу на своем автомобиле, оставить там свои координаты и вернуться на место ДТП и ожидать прибытия сотрудников госавтоинспекции. Когда водители пытаются скрыться и уезжают с места ДТП, они этим только усугубляют свое положение, потому что рано или поздно виновник ДТП все-таки будет разыскан. В штате госавтоинспекции есть специальный человек, инспектор по розыску, который занимается именно розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП.